Новочеркасска. По вашим книгам лечился я и родители. Все ваши книги, всем книг прочитал. Хорошо, я вам подарю. И почки, печень защищал уже тоже. Же. А что послужило, что вот, что началось? Где там здоровье? Почки сначала заболели. Почки заболели? Да. Простыли или как? Ну да, песок в почках. Песок. Песок был. И нормально пошло? Да, нормально. Болели так почки? Да, болели. Это левая почка всегда болела, да? Же. Даже в армию не хотели брать сначала. А, так это вообще в юном возрасте у вас, да? Да, ну 20 лет было, я в армию после 20 пошел. А это в каком году было? Где-то 84-86, ну как раз ваши книги, только начало ваших. Ну они начали книги в 90-х. Ну 90, начало книг как раз вот вышло, тебе 5 книг ваших тоненьких, когда купился. Помогло, дальше довольно, все хорошо. Потом же, это когда вы с Проковым вели передачу на Первом канале, запомнил, как вы массаж на голове делали, так вот руками. Тоже вот когда болит, вот так вот прилаживал, делал, потом тоже боли головные проходили. Возможно, одна из самых лучших наград. Бывает такая, когда через 26 лет после выхода твоих книг к тебе приходит или подходит их читатель и говорит: они мне помогли. Вот это лучшая награда для писателя.